области сезон открыт. С 9 числа вот приехали сегодня на Вальшнепа. Вчера просто ездили без оружия, послушать. Вчера Вальшнеп летал. Сегодня уже приехали стрелять в Вальшнеп. Погодка сегодня хорошая, завтра уже дождик обещают. Так что поехали сегодня. Ну вот, друзья, с полем нас в этом сезоне, в этом году на весенней охоте. Вот вальшнепик добыт. Со второго выстрела, правда. Не с первого. Ну так вот.
полем. Один мало. Сегодня плохой лед был. Ну и снег еще, конечно, много. Ну, две штуки стабильно пролетело только вот. Которых на выстрел были. Вот этот и сразу же второй, но я уже разряженный был. Так что так. Сейчас собираемся, поедем домой. Завтра, может быть, сходим на вальшнепика. А ночью у нас хищник, который в вольере ходит, грызет оленей. Так что так. Всем пока, друзья. До новых встреч.